Добрый вечер, дорогие друзья. Мы рады приветствовать вас на 19-м международном телевизионном конкурсе юных музыкантов «Щелкунчик» в концертном зале имени Чайковского. И, конечно, в прямом эфире телеканала «Россия Культура». С вами журналист, телеведущий Александр Малич. И телеведущая Татьяна Геворкян. Нас сегодня с вами ожидает финал уникального телевизионного состязания. Как обычно, «Щелкунчик» собрал самых ярких и талантливых юных участников – струнников, перкуссионистов, духовиков и пианистов. В открытии конкурса неделю назад приняли участие 49 человек из 19 стран мира, но лишь 9 из них продолжат сегодня борьбу за главные награды. Она развернется буквально на ваших глазах. И в ближайшие полтора часа мы узнаем, как же распределятся золотые, серебряные и бронзовые «Щелкунчики» в этом году. Профессиональное жюри будет делать свой выбор, а вы, дорогие друзья, можете сделать свой. Именно вы должны решить судьбу приза зрительских симпатий. Как только на сцену выйдет наш первый участник, можно начинать голосовать. Для этого отправьте, пожалуйста, сообщение с порядковым номером конкурсанта на короткий номер 1880. Наших финалистов поддерживает сегодня Академический симфонический оркестр Московской филармонии, художественный руководитель и главный дирижер оркестра Юрий Симонов. А за дирижерским пультом сегодня маэстро Миша Дамев. Итак, мы начинаем прослушивание третьего заключительного тура. Его открывают струнники, и первой выступит юная скрипачка из Японии, 11-летняя Нацуха Мурата. Нацуха учится в общественной начальной школе Санамаро города Мито у педагога Катира Харада. В ее исполнении мы услышим третью часть концерта для скрипки с оркестром ми-минор Феликса Мендельсона. Давайте поприветствуем первого участника третьего тура. Нацуха Мурата. Порядковый номер для СМС-голосования 1. Thank you.
Нацуха Мурата, номер один в СМС-голосовании. Как всегда, в финале «Щелкунчика» судейские комиссии по разным специальностям объединяются. Да, выбирать лучших из лучших – задача невероятно сложная. И нелегкое решение о том, как распределяться главные награды конкурса, наши прославленные судьи принимают все вместе. Представляем международное жюри 19-го конкурса «Щелкунчик». Профессор Московской государственной консерватории Высшей школы музыки Королевы Софии в Мадриде Дмитрий Башкиров, Россия. Доцент музыкальной академии университета Витауса Великого в Каунасе, вице-президент Европейского союза музыкальных конкурсов для юношества Юстас Дворионас, Литва. Заведующий кафедрой эстрадно-джазовой музыки Академии имени Маймонида РГУ имени Косыгина Вадим Эйленкрик, Россия. Лауреат международных конкурсов, участник квартета саксофонистов «Сигнум» Айрапет Аракелян, Армения, Германия. Профессор музыкальной академии в Базеле, член филармонического оркестра Цюрихской оперы Роман Паткала, Словакия. Почетный профессор Московской государственной консерватории и Санкт-Петербургской государственной консерватории Давид Герингас, Литва, Германия. С
солист и концертмейстер группы «Флейт» Российского национального оркестра под управлением Михаила Плетнева Максим Рубцов, Россия. Приглашенный профессор Лейпцигского университета Симоне Рубино, Италия. Профессор Королевских академий Лондона, Мадрида, Роттердама, а также Академии в Интерлакене Захар Брон, Германия, Россия. Художественный руководитель музыкального фестиваля в Монтрё, директор концертных программ концерна «Мигро» Миша Дамев, Швейцария. Маэстро Дамев сегодня за дирижерским пультом, но по окончании прослушивания в каждой специальности он сможет проголосовать наряду со всеми членами жюри. Итак, мы продолжаем третий тур конкурса. На сцену готов выйти 13-летний Данила Бессонов. Он учится в Центральной музыкальной школе при Московской государственной консерватории имени Чайковского у педагога Алены Казимировны Чверток. Обаятельный и темпераментный юный скрипач запомнился многим нашим зрителям. И неудивительно, Данила уже в третий раз штурмует «Щелкунчик». Он участвовал в конкурсе в 2015 и в 2017 году и оба раза становился дипломантом. Ну а вот теперь мы приветствуем его в финале. Прозвучит третья часть концерта для скрипки с оркестром номер один Макса Бруха. Данила Бессонов, номер два для СМС-голосования. Thank you.
Дорогие друзья, не забывайте, пожалуйста, голосовать. Если вам понравилось выступление Данила Бессонова, отправляйте номер 2 на короткий номер 1880. Тем временем к выступлению готовится следующая участница третьего тура, 13-летняя виолончелистка Сакура Тоба из Японии. Она учится в детской музыкальной школе Тоха у профессора Хакура Мори. Сакура очаровала членов жюри непосредственностью и естественностью исполнения. И особенно тронула тем, что она исполняет русскую музыку, а главное, как она ее исполняет. Нам сейчас тоже предстоит это услышать. Уверена, что мы получим огромное удовольствие. Петр Ильич Чайковский. Вариации на тему рококо номер 7 и 8. Сакура Тоба выступит под номером 3. Thank you.
Это была Сакура Тоба, номер 3, если вы хотите проголосовать с помощью СМС. Выступление по специальности «Струнные инструменты» закончено. Жюри, включая маэстро Дамева, прямо сейчас в прямом эфире решает, как же распределить первое, второе и третье места между нашими участниками из России.